В преддверии Нового года Московское областное региональное отделение партии «Единая Россия» запустило мастерские Деда Мороза. Акция проходит на базе местных общественных приемных, а также в холлах крупных торговых развлекательных центров. Городской округ Люберцы не остался в стороне и тоже присоединился к проекту. Сейчас елочную игрушку в технике декупаж. Вот, салфеточку мы прикрепили вот к пенопластовому шарику, сделали подвесочку. И теперь это будет у нас красоваться на елочке, этот шарик. Смастерить своими руками елочные украшения и новогодние сувениры маленьким посетителям торгового центра «Светофор» помогают сотрудники библиотеки «Бригантина» и люберецкие молодогвардейцы. Мастерская Деда Мороза разместилась на третьем этаже и приняла большое количество гостей. Они раскрашивают гипсовых дракончиков и другие поделки. Также они могут разукрасить всякие шарики и сделать елочки при помощи зеленой нити, клея ПВА и формы специальной. Сувениры они забирают с собой. Такая же акция прошла в общественной приемной партии «Единая Россия». Туда пригласили детей из многодетных или малообеспеченных семей. Всего в проекте «Мастерские Деда Мороза» приняли участие около 600 малышей и школьников. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.